В середине мая централизованная библиотечная система Нефтекамска объявила благотворительную акцию «Волшебники добра». Две недели шел сбор книг и канцелярских товаров для воспитанников социального приюта для детей и подростков села Колтасы. На призыв библиоцентра откликнулись спонсоры, а также ученики и родители 12 и 13 школ города. Участники собрали словари, краски, игрушки и прочие канцтовары. Главными спонсорами выступили руководители игровой комнаты. Они принесли в подарок детям вещи, сладости и игрушки. 28 мая мы прибыли с приветами и подарками от дарителей Колтасы. Большую часть подарков разложили на столы, чтобы дети могли выбрать для себя то, что пришлось по душе, а остальные передали воспитателям. Хотелось не просто поднять малышам настроение, но и научить их чему-то нужному, полезному. Дети с удовольствием приняли участие в подвижной игре «Собери пиццу», участвовали в мастер-классе по рисованию пальчиковыми красками, в кулинарном мастер-классе по приготовлению печенья из песочного теста.